Всем привет-привет! Вы на канале Ева Корнеева. Сегодня вот такой вот пальчик. Буду показывать, что произошло с ним через неделю и через полторы, как происходит заживление. Максимально буду здесь делать живой звук. Иногда буду что-то комментировать или что-то вам подписывать в комментариях, чтобы было все понятно и ясно. Если что, задавайте вопросы. Напоминаю, что до меня его оперировал в Китае хирург. Так что смотрите, наслаждайтесь. Ну ты не бойся, не бойся, не бойся, тихо. Она тебе только прочищает, чтобы он чистенький был. Все нормально. Сейчас кожу засохшую уберет и все. Обязательно надо все промыть, почистить, потому что здесь работали химические препараты. Да, я их не показываю на видео, но они есть, и они как раз одно из основных условий гарантии хорошей динамики. Легче уже стало. И да, в таких случаях, конечно, уже пьют и принимают антибиотики после процедуры, если у кого-то возник такой вопрос. Угу, все, пока. По поводу динамики, хочу сказать, что у мужчин динамика всегда лучше, чем у женщин. К сожалению, это так, и это анатомически, физиологически доказано. Угу, все, пока, садись. Сразу хочу напомнить для тех, кто смотрит первый раз это видео или вообще первый раз меня смотрит, вросшие ногти. Самое важное – это убрать причину вросшего ногтя, а не следствие. Здесь, кстати, основная причина такой патологии, что ноги разного размера, причем размер, по-моему, если сейчас я не ошибаюсь, одна нога 42, а другая 47. Понимаете, о чем я говорю? И здесь, конечно, мало того, что нужно удалить, да, здесь нужно потом делать осмотры, обязательно стельки и обязательно скобы. То есть подход должен быть только комплексным, просто одно удаление не спасет. Угу, пока еще все. Так, это мы зачистили, и это примерно, наверное, где-то через 3-4 дня на каток. А вот это мы уже смогли поставить скобы, это уже через полторы недели. Как вам результат?